историю, принесем народ, это истинный следователь. Обзор памяти ВДР-3, 1,5 вольта, стандартное питание. Частота. Она заработала на 1600 спокойно. Не знаю, как на нее делят. Без повышения питания просто заработала. И низкий профиль. Вот видите, она такая низкая, чтобы как будто кулером не мешать охлаждение. Но я думаю, это чушь. Потому что они просто экономят текстолит. А на самом деле получается более хрупкая конструкция, потому что меньше по площади, может легче перегнуться и обвалиться память. Мне так кажется. Бестолковое изобретение, поэтому я бы не стал покупать такую низкопрофильную. А так она работает нормально. Так что, если нравятся низкие, можете купить. По мне, это просто экономия текстолита. Стоит она так же или дороже, поэтому мне не понравилось. Я ее сдам, возьму обычного размера, стандартного. Ну и за хорошо, что заработала вместо 1300 на 1600. Вот такая вот память. Кингстон. ВДР-3. Спасибо, это был истинный следователь, обзор памяти ДР-3 Кингстона.